Дорогие друзья, добрый день, здравствуйте, я приветствую вас. Особенным образом я бы хотел приветствовать моих подписчиков. Я приветствую вас и особенно всех тех, кто смотрит мой канал, ставит лайки, кому нравится. Я прошу прощения за то, что долго меня не было. Теперь я опять с вами. Будем продолжать смотреть и снимать интересный контент, интересное видео. Прежде всего, я бы хотел поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого-самого лучшего, чтобы был только полный позитив, радость, здоровье и всего самого лучшего. Все будет лайк у вас. Спасибо. Дорогие друзья, еще бы хотел записать интересное видео, называется «Три факта об Эстонии». Факт номер один. В столице Эстонии, в Таллине, для всех жителей города бесплатный общественный транспорт. Да. Факт номер два. Эстония – это поющая страна. С 1869 года каждые 5 лет тысячи певцов собираются на поле для пения. Эти мероприятия занесены в список нематериального культурного наследия человечества. Факт номер три. Эстония – родина Skype, страна IT-технологий. Что вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Если вам это понравилось, тогда ставьте лайк. Ну что ж, удачи, всего вам доброго, все будет лайк, пока!